по поводу того, что произошло. Просто мы лишились всего. Мы лишились своего дома, понимаете? Мы лишились своей работы, своей жизни, что у нас было там. Понимаете, люди как бы в течение жизни, они что-то строят, созидают, чему-то стремятся. Мы это всего просто лишились. Вы из Украины, да? Или из Швеции? Да, из Швеции. Я Jag satt här förra veckan och kände att jag behövde göra någonting, liksom. Ta min rädsla för kriget och göra någonting positivt. Så jag startade en Facebookgrupp i onsdags kväll där jag försöker nu få samspel mellan massa personer som också sitter och känner samma sak.